Сегодня Хэллоуин, сегодня полно детей приходит к нам стучаться в дверь. Вот нарядила я так дверь, паук у нас тут. Сейчас дети все ходят, стучатся, все получают конфетки. Ну, я нормально отношусь к этому празднику, я не задумываюсь, почему этот праздник, от чего произошел. Мне самое главное, чтобы детям весело, они все наряжаются, разукрашиваются, ходят, стучатся в двери, поют песенки, получают конфетки. У каждого такое ведерко, я потом засниму, и там кто больше наберет конфеток. В общем, таких пауков я нарядила, в общем, сегодня Хэллоуин. Так что у нас красиво сейчас вечером. И весело. Ксюша пока еще в кино. Вот, вот придет, нарядится. Он тоже будет ходить за конфетками. Вот такой паук. Ах, с паутиной.